Обычное утро. Опять. Я прохожу за угол. Что? Начался дождь. Горит деревня. Чусь. Нам нужно сущий берсинцов. Вставай, друг, вставай. Быстрее, беги. Куда бежим? Куда побежим? Давай, беги сюда. Тебя потерял. По прямой, там меня еще найдут, поймают. Видимо, еще и закрыли в пустыне. Придется теперь в пустыне кочевать. Подожди меня. Где он? Тут деревня сгорит. Давай сюда, с тобой. По прямой налево. Немножко, чтобы обойти эту гору. Бежим. Давай быстрее забегай. Давай пройдем по прямой дальше, чтобы выйти, освободить тюрьму и выйти хотя бы в горы. Будем в горах прятаться. Нас там точно не найдут. Придется в горах, я на город пойду, но все равно он маленький. Ты где? Я тут. За мной, я пошел левее. Беги, ты что, потерялся? Похоже, мне придется одному теперь выживать в горах. Ой, блин. Видимо, на свету гай жизнь. Это что, самая хижина странника? Он жил в горе раньше. Он, видимо, тоже, как и я, раньше сбегал из тюрьмы. Получается, я сейчас переночую в его хижине один день. Да на следующий день пойду дальше в горы странствовать. Все, я поднимаюсь дальше. Блин, упал. Как он сюда забирается каждый день. Здравствуйте. А? Здравствуйте. Ты кто? Я убежал из горящей деревни. Можешь мне прийти на ночь, пожалуйста? Ты уверен, ты нет? Тот охранник из тюрьмы, да, на него больно сильно похож в этой форме. Нет, я не... Подожди-ка. Я не он. Тюремная форма? Да. Ты что, тоже сбежал оттуда? Да, меня в тюремной робе держали, заставляли работать, я оттуда сбежал. По кровь ночи. Понятно. Как раз у меня была запасная кровать, так что поселись. Ладно, давайте переждем ночь. Завтра я, наверное, дальше побегу. Я пока на караул встану. Никого нету. Ой. Выйди-ка, пожалуйста, пока что из этого дома. Давайте. Я, наверное, сегодня... Дайте мне, пожалуйста, еды. Я, наверное, сегодня дальше пойду странствовать в горы. Потому что я не хочу, чтобы меня опять охранник поймал. Хорошо тогда. Только переодень форму свою. Возьми, чем нужно на тебе так. Переодень форму и выкинь лучше ее. Особенно лучше в море. Сейчас тебе дам еды и топор на всякий, пожалуй, чтобы ты мог хоть куда-то пойти. Хорошо. Так, вот тебе яблоко, два куска отборного стейка. Конечно, я не шеф-повар, но готовки умею. И хлеб. Да. Удачи тебе, странно. Да. Спасибо вам большое. Да не за что, давай. Давай, прощай. Удачи. Ой, я упал. Ладно, я, наверное, возобновлю запись, когда доберусь до ближайшей интересной точки, потому что в горах я вряд ли найду что-то интересное. Тем как минимум ночлег. Ладно, давайте, я пошел.
Ой, после долгих странствий я решил снова включить запись, потому что сменился горный рельеф, появились хвойные пролески. Надеюсь, меня даже здесь не найдет. Как такое могло случиться? За что со мной так жизнь поступила? Была все, была карьера. Были деньги. Был обычный детектив. Что? Деревня? Еще одна. Повезло. Вот деревня. Так, сейчас спущусь с ней. Главное не упасть. Так. Погуляю по деревне, прошу жителей дать мне переночевать. Ой, здесь дом. Это обычный дом без кровати. Жители, обращаться. Люди добрые, пустите меня на ночь, кто-нибудь, пожалуйста. Люди добрые, кого нет дома? Что случилось с этой деревней? Погодите. Это ж та самая деревня, сгоревшая. Видимо, здесь должно быть тогда и место убийства. Что? Что с ней стало? Все сгорело. Тот самый дом, то самое место убийства, да, это та самая деревня. Что происходит? У меня глюки уже. Ай, господи. Люди добрые, а кого я буду просить тут? Все сгорело. Сундук. Что в нем? А, ничего. Уже что-то стало в сундуке с вещами. Нет. Кто это? Человек, пустишь меня на ночь? Здравствуйте. Это ты? Это ты? Друг. Да, это я. Это ты ж Ваня? Это ты? Это я. Это ты. Приютишь меня на ночь, пожалуйста. У нас тут, конечно, дома нет, то можно посидеть в комнате сгореть. Пошли, стоп. Давай. Это был, чтобы собрать подпись и накучиться о твоем освобождении. Ты знал, что меня посадили в тюрьму? Да, я когда приехал из-за границы, я узнал об этом, я очень сильно поблекнул, у меня возникла апатия из-за этого. У меня есть документ от подруги деревни, о виновности этого дела, а про родители, которые говорили об этом случилось и о твоей невиновности оставшейся. Вот один индивидуум. Расследование номер один твое в книге. Помнишь, ты его забыл еще на своем месте? Да. Подпись об освобождении невиновности твоем. Да. У меня есть все документы. Мы сможем вскоре пойти в суд и наконец-то его засудить. А что с ним стало? Куда он попал? Этого я даже я не знаю. Думаю, он опять пошел маньячить в соседние деревни или просто начал залег на дно после вот этого инцидента. Потому что даже его связи не могли бы все его грехи закрыть. Поэтому как только мы найдем. Как мы пойдем в суд, сразу даже его связи найдут с ободедом, призовут в суд. И тогда его уже наконец-то посадят. Да уж. Туговатые времена нынче начались. Я думаю, пора лечь на сиденье и поспать, а на следующий день уже, думаю, пора выходить. Да. Давай, я тут прямо лягу. Давай, спокойной. Спокойной ночи. Ой, все, доброе утро, я уже проснулся. Доброе, сейчас мы пойдем туда сразу. Пошли домой, я знаю, где задание сюда. Хорошо, мы сейчас ему покажем. Я его как раз... Я тебя потерял. Ты где? Куда ты пошел? В другую сторону. А, ясно. Пошли. Его недавно построили, чтобы как раз таки тебя судить. Я это узнал. Думаю, давай пробежимся сразу. Раньше, наверное, в этой деревне не было таких страшных преступлений. Они всегда были, но они когда замялись. Были его их замяли, короче, его связи. Надо будет
Думаю, переплывать нагло мы не будем реку, поэтому сейчас я придумаю хоть что-нибудь. Ну давайте, что вы там придумали? Ничего. Мы будем так переплывать. Придется, главное, документы не намочить. Фу, все, вроде сухие все. Вот оно. Да. У нас же запрещено снимать ход суда. Сейчас я их прошу, как раз таки, у судьи, пока он там сидит по-быстрому. Уже заседающие. Побудь около этого, убери топор и сними тут одежду. Головной убор просто. Головной? Ну ладно. Здравствуйте, возможно вести съемку во время судебного процесса? Нет, нельзя. Ладно. Нам не разрешили, поэтому давай просто войдем. Ну ладно. Съемку подойдешь, что ли? Ну ладно, давай. Сейчас вторая запись выключу. Так, ну все, дело закончено. Все уже почти разошлись, пора, можно уходить. Так, по итогу суда я, получается, был полностью освобожден от тюремного заключения официально. Деда Василия, у деда Захара теперь засадят на пожизненное вместо меня, потому что даже его связи не смогли уберечь его от неопровержимых фактов. И на данный момент рассматриваются возмещение и моральная компенсация за пребывание в учреждении заключительном, заключение точнее. И по итогу нашему Владимиру Прудникову будет присвоена премия по изгнанию и повышение его до более высоких чинов. И как раз таки снятие с этих высоких чинов связи дело Захара. Ну все, давайте тогда сейчас переночуем, на следующий день отправимся в тюрьму, наведаем. Мне нужно еще одного друга вытащить, его тоже дед Захар затащил. На данный момент того, кто подорвался, да, его тоже обсуждали в суде и сказали, что он будет досрочно освобожден. И поэтому ему тоже будет присужена моральная компенсация. И вот, и поэтому его тоже повысят и выплатят пособие по инвалидности. Вы с тобой там переночевать? Ну давайте в этом переночуем. У вас есть кровать? Нет, там придется. На Сибирь? Ну ладно, давайте. Все. Спокойной ночи. Так, ну вот все. Я сегодня пришел один наведать деда Захара. И самовольно вытащить моего друга из тюрьмы. Давай, друг, теперь ты свободен. Ну что ты? Будешь... как себя чувствуешь на свободе? Ну слушай, намного лучше, чем в этом сральнике каком-нибудь. Я не карцер, а реально то сральник. Около кровати этот сраный туалет. Ну ты и сам знаешь, слушай. Да. Я слышал, мне будут теперь платить компенсацию за пребывание в этом учреждении. Ну да. Мы походу суда и меня, и тебя осудили. Мне дали и компенсацию, и повышение звания. Спасибо тебе, друг, за участие в следствии. Извини за то, что так получилось. Я в этом не виноват. Я понимаю тебя, конечно. То, что ты открыл сундук, вот в этом ты виноват, конечно. Но в любом случае, это была уловка этого деда, никто об этом не знал. Ну, это да. Ну ладно, давай, я побегу к своей родне пока что. Давай, пока. Ну что ты тут, дед Захар? Как тебе тут? Кто это? А это ты тут инвалид? А, нет, что? Ах, ты его выпустил, чертила. Ну, не волнуйся, до твоего адвокатишки я доберусь, до твоего друга и до тебя. Ха-ха-ха-ха. Не помогли тебе твои связи в этот раз против неопромержимых фактов? Ну, скоро это изменится, если я тут не сгину в этом сральнике. Ну, давай, сгинай тут. Я пошел на свободу. Ха-ха-ха. Прощай!
Все, ребят, следствие номер один окончено. Преступник сидит в тюрьме. Хоть это и было довольно-таки большой ценой, но чего только не сделаешь ради того, чтобы засудить преступника в тюрьму. Все, ребят, всем удачи и всем пока. Ждите новых следствий.